Свертки с марихуаной находились в сумке, которая, видимо, для того, чтобы никто не догадался, лежала на аптечке. Клиенты заведения в случае необходимости могли получить первую медицинскую помощь или, в зависимости от пожеланий, поднять себе настроение, купив содержимое свертков. Как оказалось, более значительную часть наркотических средств, но уже синтетического производства, подозреваемый хранил в салоне своего автомобиля. В нем полицейские обнаружили и изъяли более 50 граммов наркотической смеси. Сегодня закладки с наркотиками осуществляли? Да. Если да, то где и в какое время? Здесь недалеко по складу, как есть, так и говорить, что закладки, траву, марихуану. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Денис Желтов, Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.